хорошие. Вот бы такие всегда давали. Так, это вовсе не веер, это моя тетрадка. Ну и чё? Двойка. Показать родителям? Конечно, покажу родителям. Угу. Буду я свои все 25 ошибок исправлять. Конечно. Сейчас я все исправлю. Как же еще без этого? Сейчас. Все, я сейчас покажу своим родителям. Угу, конечно. Ждите. Достал уже. Каждая школьница такая. 8:30. Уже позвонил и второй, и первый звонок. Ну ничего. Самое время, чтобы покраситься. И написать в инстаграмчик. Опаздываю в школу. Ну ладно, сейчас принесу свою помаду. Все, а теперь фоточка для инстаграма. Замечательно. Теперь хэштег опоздала. Замечательно. Каждая школьница такая. Опаздывает. Ходит в школу накрашенная. Так еще и тетрадки с домашним заданием рвет. Два за поведение. И еще одна двойка за поведение. И точка. Покажи это своим родителям. Если ты порвешь тетрадку, я это замечу. Хорошо, Марья Ивановна, не порву. Блин. Ну, конечно. Ну что? Каждая школьница такая. Блин, ну подруги сегодня дыры. А учительница всегда говорит приносить подарки на дни рождения. У меня ничего нету. Что мне делать? О! Вот, Катя, я тебе дарю на день рождения свой самый любимый слайм. Правда? Спасибо. Катя, я тебе дарю новый телефон, новый Samsung. А в чехле вот такая вот собачка. Ты очень любишь вестиков. Угу. Я вчера полночи рисовал. И вот такой вот лего с убийцей. Как ты любишь? Ой, это мне. Спасибо тебе за телефон и за лего. Пока, Витя. А сейчас Катя скажет, какой подарок ей понравился больше всего. Больше всего мне понравился Ви. Больше всего мне понравился Машин. Сейчас его открою. Зря я его открыла. Ребята, вот что стало со слаймом. Ставьте лайки и подписывайтесь.